Приветствую вас на канале Hard Reset Info. И сегодня я вам покажу, как на устройстве Kubot R19 изменить разрешение записи видео. Для начала открываем нашу камеру, переключаемся на режим видео, тыкаем по иконке шестеренки, чтобы открыть ее настройки. И выбираем качество видео. Можем выбрать Full HD, HD, VGA или даже TIFF. То есть 288, 480, 720 или 1080. На этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. И пока.